have ways of blowing things up. Здорово, ребятушки, с вами Оладушки, Дождь. И так, надо бы скорость немножечко подкинуть, сразу же на X4 сделаем. Возвращаемся к нашим, ну, я бы не сказал бы проблемам, к нашим заботам. Да, так будет более правильно. Что у нас, кстати, онбу кухня? Мы сейчас собираемся что-то для онбу делать. Я пару дней не играл, сейчас я немножечко приду в себя, пойму, что происходит. Холодно, а что мне при этом для холода делать? Так, ладно, очиститель. Да, у нас появился экстерминатор. На всякий случай. Посмотрим, как оно будет. Так, вы, ребята, открыть карту. Вас надо отправить сюда. Мне нужны новые люди. Ой, блин, в оазис надо бы их тоже будет отправить. Ну, хорошо. Ты чем занимаешься? Плотники. Плотников, наверное, можно уже и одного, еще одного человека. Давайте, собирайте ресурсы. Так, взять к себе, конечно. 3 здоровых, 2 голодных, принять всех. Плюс 5 человек. Мне нужны... Оп, давай-ка так. Мне нужна еще одна хижина. Наверное, их буду делать вот так вот с... Это у нас кто? Дом травника. Склад полон. Отлично. Уберу отсюда одного человека. Мне вполне хватит и двоих. Теперь, мне нужно это не то. Украшение это у нас вот здесь. Кустик вот с этим и кустик такой вот. Между домами буду делать. И, наверное, надо будет сделать себе еще один жилой район. Посмотрим, где это все будет находиться. Так, открыть карту. Это вы сходили. Оазис. Пока мы от него далеко не ушли. Формируется. Так, он бу... Опорожняется. Классно, молодец, он бу... Кухня уже скоро будет готова. Давайте посмотрим, что мы собирались сделать. Получен скорость исследования. Блин, я бы хотел бы больше скорости исследования. Ваяние можно будет... Но, погодите. Смотровая вышка. Вот, это было бы интересно, если я смогу его. Знание 1. Амбар. Различная еда. Давайте еще амбар. Так, погодите. Сельскохозяйственное. Мне нужно... Кукуруза у меня прокачана. Можно помидоров будет качнуть или пшеницы. Посмотрим. Лачуга грибоедов. Подличиновик. И... Разные грибы делать. Тоже прикольно. Улучшенная воронка. Ускорить производительность этого здания. 100 инвентарь на 50... Тоже хорошая вещь. Все хорошая вещь. Так, ну мы взялись там кухню для онбу и аптеку. Наверное, надо бы... Сытная еда. Блин. Можно будет, наверное, аптеку. Я боюсь, что просто потом будет поздно. Мне сейчас лучше бы эти здания поразвивать. Так, вы это построили? Вот это еще не построили. Ну, давайте. Удачи вам. Так, открыть карту. Я прошел то место. А, нет, минуточку. Формируется группа разведки. Разведка. Супер. Они ушли. Хорошо. Тут просто камень и дрова нужны. Это все не... Ну, типа, нормально. У нас хватает. По идее, должно хватать. А, давайте, может быть... Может, вот так вот? Ну, собирайте вот эти камни. Они далеко, мне там еще место надо будет освободить. Ну, потихонечку уходит. Еда. Еда у нас, в принципе, есть в достаточном количестве. Во! Кормушка. Требует кормушка. Так, используется для кормления. Для этого мне надо разные виды грибов. Ну, короче, тоже сейчас посмотрим на эту тему все. Чем вы недовольны? Что это такое?
Неразнообразная еда, ты издеваешься, у тебя три разных кухни, как у тебя может быть неразнообразная еда? И недостаточно украшений человеку, ну, вот вообще отлично. Что у нас еще по украшениям? Давайте вот так вот фонтанчик вот сюда. И цветы в кашпо тоже вот сюда. Соберите этот камушек, пожалуйста. Он мне тут мешает. Он спит. А, тут разведка долгая была. Как раз, опа, мы проснулись. Так, вода 37, отлично. Угу. Давай сюда. Я буду стараться посетить все поселения. Голод 44%. Ты мог бы поесть, мы, по-моему, только что прошли то место, где ты мог бы поесть, или мне кажется. Ладно. Итак, а тут у нас собиратель ягод. Давайте, да, уберу одного, наверное, человека отсюда. Что происходит? А, мы в пустыню зашли. Я понял. Кактус. Мне бы, наверное, еще одну ферму туда получается, да? Камень потихонечку доносят. Так, кормушка для омбу почти что доделалась. И, конечно, можно их все строить сейчас, но кухня омбу готовит еду. Еда ему не разнообразная. Так, здесь можно, здесь продолжать делать свекольники, здесь грибные похлебки, здесь кухня с этим. На грибах у меня три человека, давайте я тоже одного отсюда сниму сейчас. Так, события. Да, взять к себе, конечно. Голодных принимаем. И аптека. Давайте вот так вот. Мы их прокачаем, чтобы, если что, мы их хотя бы могли построить. Так, ребят, мне бы на самом деле ресов. Так, люди у нас довольны, в принципе, по большей части. Давайте мы еще одну хижинку тут поставим. С разычком вернулся, с ним пришли люди, тут все, тут, конечно, все хорошо. Так, открыть карту. Отправить разведчиков. Когда мы уже эту солнечную погоду пройдем? Зной. Засушливо. На нуле. Токсичность воздуха отлично. Так. Это у нас тут для онбу все развивается. Кухня. Требушет я уже прокачал или нет. Так, аптека. Хорошо, посмотрим. Разжижение пищи. Много чего тут. Хорошо. Хорошо. Я там собирался. Тут, кстати, человек работает на каменоломне. Давайте сюда еще одного человека направлю. Мне все равно поприходили новые люди. Может, еще один пост разведчиков, кстати, впихнуть. Так, вернулись. Хлеб 21, супер. В следующий населенный пункт. Итак. Встречаешь небольшую группу кочевников, еще позволить им присоединиться, взять к себе, конечно. Здоровых жителей, 3 человека. Население прибывает, меня это радует. Давайте еще одну хижину вот тут забабахаем.
И надо будет искать второе место для поселения. Так, собиратель ягод. Ну, ждем пока ягоды. У нас, кстати, он голодает. Прям. Давайте, может быть... Он бы кухню попробуем построить. Где бы нам это сделать? Давайте вот тут. Так. Посмотрим, как оно будет. Уже жарко. Так, пункт, он был ветеринар. Яды и других болезней давайте. Супер. Тут потихонечку начинают стаскивать. А, там именно плиты и доски нужны, это много. Но они у меня... Ну, доски у меня есть, плит у меня нету. Доски мне попритаскивают, конечно. Ну вот дерево, кстати, нарубали, тоже хорошо. Спасибо, ребят. Мне бы давайте вот эти вот камни пособираем, что ли. Сейчас посмотрим, как получится. Людей у нас достаточно много появилось. Так, тут с украшениями все нормально. Бонус сопротивления яда. Жарко, засушливо. Угу. Как у нас там? Отлично. Чуть-чуть камней еще осталось. Сюда можно будет добавить тогда каменотеса. Так, разведчики. Святилище. Пойдемте туда. Может, что-то интересное будет. Так, тут уже строят. Из грибов можно готовить еду, да. И для этого мне понадобится требушет. Грибов у меня много, на самом деле. Там работают люди по их выращиванию. И с этим вроде как все нормально. Давайте сюда третьего человека добавлю. И можно будет построить требушет-кормушку. Вот здесь. Так, немножко ему приоритеты добавим. Голод 63%. Блин, это будет крайне печально, если он откинется с голоду. Что у нас тут по... Погладить. Воспитатель. Лаборатория. Использовать для создания сложных лекарственных веществ. Понятно. Превращает обычную еду онбу в жидкую для кормления с помощью у нас... Что, блин? Слабительное для... Насос для кормления, извините, что? Насос для кормления, неплохо, неплохо. 5 плит. Ну, доски у нас опять же есть. Вон, их как раз и приносят. В смысле, а всем есть где жить? Подождите. Давайте вот тут еще одну хижину влепим. Биогазы и удобрения. Подожди. Это, конечно, биогазы и удобрения, это хорошо, но... Разрушитель пищи... Это у меня есть, это у меня есть. Можно сказать, онбу слушаться. Наносит онбу повреждение, снижает доверие к тебе. Может заставить слушаться. Наносит повреждение, снижает доверие. Мне бы на самом деле это не надо было бы. Извиняюсь. Так, сытная еда. Сытная еда готовится из грибов и других питательных ингредиентов. Может накормить онбу, чтобы утолить сильный голод. Давайте, наверное.
А какой нынешний процесс? А что, что я сейчас исследую? Погодите, а что я сейчас исследую-то? Так, ладно. А, он был ветеринар, он был аптека. Еда для онбу нужна. Снижает скорость пищеварения. Не хватает ресурсов. В кухне для онбу 7 из 20. 9 из 20. Давайте, давайте, таскайте. Мне нужна еда для него. Вон еще несут грибы. Там два человека работают, да? 10. 68% голод. Давайте, может, мы успеем. 12. Нет, ну грибы-то у нас есть, подождите. А, давайте мы... да, грибное пока что поменяем на... На мамалыгу давайте поменяем. И здесь кактусы поменяем на кукурузу. Что, вода у нас вроде присутствует? У меня 3 экстерминатора. Давайте, наверное, я одного отпущу. Так, хорошо, кочевники взять, конечно. 3 здоровых, супер. Так, давайте тогда еще одну хижину вот здесь. И тогда посередине нужны будут какие-то украшения. Те же самые клумбы можно будет высадить вот так вот. Так, он уже очень сильно голодает. А кто мне ее принесет? Она же есть у меня. А, вот. Вот оно, приготовилось только что. Вот несут. Окей, супер. Что это у нас? Жара, понятно. Есть! Это мало, это мало, ему убрало еду, то есть... А, не-не-не, нормально, нормально, нормально. Фу, мы его покормили, и он даже понял, что мы его кормим, все, это работает. А, команда сна, подожди, 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 подожди. Ладно, что-то выбрал, пусть. Я случайно выбрал, но пусть уже... А, рупорную башню можно бы построить, кстати. Давайте здесь же. В общем, будут потихонечку приносить грибы. Эти грибы будут потихонечку это. Тут будет скапливаться. Фух, хорошо. Недостаточно ресурсов. Ну, это такое, это дело поправимое. Что у нас... Блин, я же забываю про разведчиков постоянно. Это проблемно, наверное, не потому, что я забываю, а потому что... Нет какого-то звукового, что ли, оповещения. Или я его провтыкиваю, к сожалению. Ну, вот как-то так. Это у нас что? Это у нас травы? Мне нужен большой склад. Черт, ладно. Но трав у нас много. Здесь я, наверное, могу даже отпустить одного человека. Давайте мы еще один домик построим вот здесь. И... Вот здесь еще один фонтанчик. Здесь столбчик такой. Опа, красивенько будет. Так, ладно, мне нужно начинать потихонечку выбираться не за новыми людьми, наверное, а за ресурсами, что ли. Есть? Нету. Грибы носят. На грибника? Да, у меня тут 3 человека работает. Можно, кстати, наверное,
У меня тут не использованы еще все клетки для выращивания грибов. Поэтому, я не знаю, стоит ли мне еще засаживать поля новые. Открыть карту. Хлеба 19, я понял. Давай сюда отправляем разведчиков поближе сейчас. Показать, кормить. Так. Оно как-то происходит? Идет подготовка. К чему? А? Есть. Опять же, то, что он спать хочет. Блин, оно реально ему хорошо снимает голод. То, что он спать хочет, это же... Команда для сна. Выбрать. Постройте мне, пожалуйста, рупорную башню. Там 10 дерева надо. А, все, он лег спать. Отлично, отлично. Ну, мы его хоть как-то можем теперь накормить. И на том спасибо. Ну вот, обычная древесина. Давайте, люди, тащите. Разведчики-то вернулись? Вернулись, скорее всего. Открыть карту. Так, ребят, сходите-ка, наверное, вот сюда, в поселение. Бездействует 6. А, мне нужно бы... Так. Сюда человека. Никто не бездействует. В лекаре не надо. Тут у меня полное. Вот сюда тоже человека надо. Дом травника у меня полностью запитан. Давайте в пост рабочих запихнем по максимуму. Разведка у нас идет. Так. А в кулинарию бездействует... температура не та. Вот это. Давайте свеклу тогда. Так, таинственные работорговцы. Чувствую, что надо помочь этим людям. Так, деревня оказалась рынком работорговцев. Их лидер приветствует тебя и пытается заключить сделку. Чувствую, что надо помочь этим людям. Кто-то должен на время отвлечь работорговцев, пока остальные попробуют поискать способы освободить рабов. Их нужно освободить, но ты не хочешь рисковать. Они будут свободны, когда ты выкупишь. 30 травы? Да, потому что мне ее очень много. И склад очень быстро заполнится. Я их выкуплю. Отравленные, 3 голодные. Да, хорошо. Деревенский лекарь. Давайте еще одного лекаря сюда кину. То есть мы потратили 30 травы. Еще какую-то часть травы мы сейчас потратим, пока мы их будем лечить. Но это не проблема, потому что у нас травы много, и ее там можно пособирать сейчас с запасом. Смотрите, ее сколько сейчас придет. Так, а ты у нас кто? В смысле голодает? Иди поешь, и все пройдет. Низкое качество жилья. А, ну, то есть вы жалуетесь, что у вас халупы? С этим ничего не поделаешь. Давайте вот тут построю сейчас новый район. Он у нас изначально будет так. Взять себе, конечно. 2 голодных, 2 здоровых принять. Вообще отлично. Хижины у нас будут сразу идти вот так вот через одну. Вот, и между ними... Так, у нас же сборщик навоза.
Извините, я ничего не хочу сказать, но где его поставить? Вот здесь? Давайте здесь. Так, и хижины у нас сразу же будут... тут сделаем посерединке фонтанчики. Тут сделаем цветы. Тут сделаем клумбу. Кустик. Так, деревце. Все. Стройте. Компостная куча. Компостирует навоз для создания компоста, удобрения или биогаза, топлива для очистителей. Экстрактор желчи. Немного снижает его здоровье и доверие к тебе. Нет, погодите, компостную кучу давайте. Я не пойму, что вы голодные-то ходите? У нас еды нету? Как вы это делаете? Дайте я еще одну ферму зафигарю, пожалуйста. Так, где оно у нас было? Склад для воды. Давайте с высоким приоритетом. Пусть ее построят, потому что раз у нас столько людей, что им уже нечего есть, у нас реально позаканчивали все ресурсы, у меня осталось чуть похлебки. Ее варят еще как-то, но... морозы. Так. Тут свекла, кукуруза, кактус. Да, свеклу давайте. Быстрее, пожалуйста. Древесины не хватает. Срубите вот эту древесину. Так. Умирает от голода. Вообще офигенно. Блин, мы что, пришли к тому же самому, где и были? Стой. Древесина, камни. Так, через дожди мы прошли. Давай сюда. Мне 51 человек, да? Ну, возможно, 50. Черт, он просто умер. Давайте скорее вот сюда вот древесину вот эту принесите. Я сейчас сделаю новую ферму, но на новой ферме будет у нас тоже редис расти и, ну, нормально все будет. Так, еще один человек умер от голода. Быстренько сюда запихиваем максимум. Разводим. Максимально ферму. Так, сборщик ягод у нас где? Иди сюда. У нас ягоды растут, вообще не растут? Давайте. Так, тут у нас из редиса делают. А почему везде только свекольники? Давайте ягодные мюсли фигачьте. Что тут мамалыку делает, это тоже хорошо. Так, у меня еще один человек умер, нормально. Так. Разная степень грибов. Кстати, мне, возможно, стоит другие еще грибы прокачать. Посмотрим. Еще два человека умерли от голода. Ты что высадил? Свеклу. Хорошо, ждем. Я много людей собрал. То, что много сейчас умерло, как бы это, конечно, неприятно, но... Давайте деревяшки себе подберем. Это мне немножечко хотя бы компенсирует то, что мне хватит людей сейчас на засадку новых территорий. Вот ягоды сейчас понасобираете наконец-то.
Вон, ягоды начали носить. Все, все, все. Хорошо, 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 хорошо. Лесопилка, да. Нет, подожди. Что у нас? Кухня. Ларек. Ларек бы с едой на самом деле. Полка специй, большой котел. Давайте ларек вот этот, вот я уже давно его хочу. Недостаточно рабочих. Мне откуда-то надо снять рабочего, так я понимаю. Дом травника вообще там все вымерли. Отлично. Так, вы дерево принесли? Принесли. Принесите еще дерево. На самом деле надо бы сходить, наверное, за едой. Так, пост рабочих. Отсюда мы снимаем человека. Отсюда мы снимаем человека. Сюда. Нет. В травника один наконец-то пришел. Это у нас когда-то достроится? Не знаю, не факт. В карьере потихонечку люди работают. Меня это устраивает. Сюда нам нужен еще один человек. Так, грибники трое. На кухнях тут один умер. Вот отсюда можно одного снять. Отсюда можно одного снять. Пусть они по одному готовят потихонечку. Нам хватит. 45 человек. Вроде дальше популяция у нас не исчезает. У нас уже есть 6 кусочков еды. Так, компостная куча. Как это вообще... А, это еще не достроено. Я пока не буду тут это, за это сильно лазить. Разведочка практически прошла уже. Супер. Место кормления. Он сейчас сам поест, интересно, или нет? Древесина 15. Спасибо, ребят. Теперь... Вот сюда вот сходить. Пока оно не исчезло за картой до конца. Так, подождите, подождите. Где у нас там было? Склад добавил. Вот склад. По 50 каждого продукта. Материалы. 100 ведер. Нет, это все у меня, значит, уже где-то... Склад у меня точно где-то был. Что у нас тут? Погода сейчас идеальная, да, для выращивания. И вода у нас производится хорошо, и продукты выращиваются. Давайте, ребят, работаем, работаем. Еда наконец-то начала опять в плюс немножечко идти. Хоть капельку, но она начала в плюс идти. Люди перестали голодать. Он буест. О, он поел полностью. Красавчик какой. Он скоро спать ляжет, наверное. И сюда человек тоже пришел. Жить у нас теперь есть где. Ферма, недостаточно ресурсов. Каких? Воды тебе недостаточно? Теперь здание работает автоматическим производством. Давайте еще сборщик воды сделаю. Мне же не проблема. Где он был? Вот, вот здесь. Для этой фермы сделаю еще 2 конденсатора. Освободить. Да, хочу. 7 здоровых. Я просто принял 7 здоровых людей. Блин, смотрите, как популяция восстановилась достаточно быстро. Ну, у меня там было больше, у меня было 60 человек. Так, есть бездействующие. Красота. Ты у нас что? У тебя не хватает... А, склад полон. Так, все, он спит. Супер. Открыть карту. Разведчики, идите сюда. Нет, знаете что? Давайте сначала в заброшенное поселение, пока он спит. А потом мы с вами посмотрим. Так, подожди. Ларек с едой. Надо будет его построить. Ваяние, искусство, так, сельское хозяйство, плантация помидоров. Знаете чего? Я бы построил еще 3-ю ферму, раз уж на то пошло. Давайте подвысим приоритет.
воду приносят. Это построится, это сделается. Людей у меня теперь хватает. Я могу их еще и на третью ферму запихать, чтобы они три разных вещи... То есть есть три разных кухни. Почему бы не сделать три разных фермы? Плюс грибы у нас потихонечку выращиваются. Разные грибы надо бы. Вот, точно. Надо бы сделать, чтобы разные грибы были. Сильно страдает от яда? А, вот к нему доктор пришел. Все, нормально вылечил. А где ты отравился-то? Он типа голодает. Плохой... В смысле, плохое качество еды. Низкое качество жизни. Знаешь что, дружище? Тебя тут кормят чем только можно. Так, срубите вот это, пожалуйста. Срубите вот это, пожалуйста. Вот это можно срубить. Раз у меня столько людей бездействует, то давайте работайте, что я вас кормлю-то просто так. Детали миссии одна из одной. Разведка. Разведка вернулась. Многие жители страдают от яда? Так, мне хлеб принесли, отлично. Давай-ка сюда разведчиков. А какого фига? У меня же есть врачи, у меня есть трава. Давайте. Страдает от яда. Ребят, у меня клиника с тремя докторами... Дом травника. Давайте добавим людей сюда, чтобы быстрее... Ну, тут есть трава. Я не пойму вот этой фишки насчет того, что страдают от яда. Мы же не в каком-то ядовитом облаке или... Ну, население не уменьшается пока что. Траву потихонечку выращивают, доставляют медикам. Медики потихонечку лечат, но... Но, блин... Опорожняется, проснулся, идет. Это, конечно, все классно. Так. Ага, все пришли. Взять. Два голодных, три здоровых. Всех принимаем, давай. 57 человек, окей. А, тут у нас детали о еде. Обработанная еда, сырые всего 51. Хватило... Хватит до 9-56 дня. Так, хорошо. Сборщик морской воды. Только когда он был... Давайте мы его качнем, потому что я на карте увидел вот такую вот штуку. Мы его качнем, если он туда повернет, то мы его построим. Так, еда у нас потихонечку мутится. Открываем карту, идем куда? Давайте еще дерево себе добуду. У меня потихонечку заканчиваются так-то ресурсы на спине. Оно время от времени что-то появляется, проскакивает. Так, тебе... Нет, мне нужна автоматизация. Освободи оттуда человека. Хотя у меня-то людей-то сейчас хватает, кстати. Пусть там пока сидит человек и впахивает, реально. Автоматизацию потом, когда у нас будет побольше ресов. Сборщик воды построен, сборщик... Второй, тут чуть-чуть камня не хватает, буквально чуть-чуть камня не хватает. Вот этой ферме тоже чуть-чуть камня не хватает, ну блин, ребят...
Так, сохранение проснулся. Отряд разведчика вернулся. 11 древесины. Супер. Открыть карту. Камень. Мы и так в океан попадаем сейчас. Там кораблекрушение какое-то было. Блин, надо бы туда сходить. Сейчас надеюсь, что разведчики быстро вернутся. Так, это построено? Сейчас будет построено. Вот идет человек, который будет это строить. И один же там останется работать. Все, отлично, меня это устраивает. И ферму сейчас тоже достроят. Сюда мне нужно загнать максимум человек. И все это... Все это максимально. Что мы тут будем выращивать? Минуточку, тут у нас выращивается свекла. Тут свекла. Давай мы... Кукурузу не пойдет как-то... Давайте помидоры здесь будем выращивать. Во! Супер. Воду принесли. Так. А, ларек с едой здесь тут надо построить. Давайте вот здесь. Чтобы люди далеко не ходили. Испаритель паривает различные жидкости с целью получения воды. Да, давай. Мне это устраивает. Тут камень дерева надо. Офигеть. Офигеть. Поплыл. Жалко, что нажимаешь сюда, и тебя не переносит сразу в отделение разведки. Так, железная руда. Супер. Нам она потом понадобится. Ты у нас кто? Руины крепости, ты обломки корабля. Наверное, это камень, это дерево, но посмотрим. Сейчас сходим. Так, тут у нас что потихонечку идет? Помидорки растут. Супер. Ларек с едой построили. Еее! Остров. Я вышел на остров. На острове он спать будет. Понятно. Отлично. Так. Ладно, хавчик потихонечку собирается. Все потихонечку собирается. Здесь склад полон. Отсюда убираем человека. Нас тут все устраивает. Новые районы... Так, тоже есть сборщик морской воды. Я бы, наверное, тогда построил. Вот здесь. А, тут вот так вот нельзя, да? Вот так можно. Но они тут потихонечку бьют камень. Хорошо. Погодите. Древесину я так и не могу пилить с этих больших. Мне надо древесину, чтобы... я понял. Так, я потихонечку собираю. Я не уверен, что я могу им командовать. Так, вернулись 12 досок, супер. А это прям доски, прикинь. Пустынный остров. Давайте на пустынный остров сходим, это интересно. Что там может быть? Так, грибочки у нас собираются крайне медленно, кстати, что меня не очень устраивает, но это уже другое дело. По красоте, красоте. Давайте так стопочками обнесемся. А тут вот эти вот две штучки сделаем. Пока что. Так, плохое качество еды, низкое качество жилья, но начинается. Это мне не то, это мне не там. Как мне собирать? Собирается!
А тут только один человек, а я не могу добавить второй. А, вот идет второй сюда работать. Вот, собирается вода потихонечку. Отлично. Исследование у нас завершено. Так, амбар. Хранится различные ТЭ для жителей по 200 каждого продукта. А, погоди, мне до этого амбара... Сельскохозяйство. Вот, новые грибы. Сбор пшеницы. Давайте... Да, давайте пшеницу. Это сейчас важно. И удобрение важно. Короче, все, конечно, важно, но... Низкая эффективность. Это понятно, потому что мы сейчас плывем. Песок 32 мне принесли. Офигенно просто. Остров для кормления. И там будет остров для кормления. В принципе, ладно. Давай тогда сюда. Может, вы мне плит принесете тогда, а не досок, я не знаю. Так, а ты почему голода... У нас воды не хватает, я не пойму. Так, одну ферму надо переквалифицировать, наверное. А я не могу кактусы тут выращивать. Нет, ну вода производится и здесь, и здесь. Я не знаю, что вы не сажаете. Не, ну кактуса вон тоже можно, вон люди сажают, хотя вон нет. Я не знаю, почему еды нету. Опять люди начали умирать с голода, вы серьезно? Ну, сейчас популяция саморегулируется опять. Так, открыть карту. Давайте сюда, в ближайший лесочек. Я тогда предлагаю, что сделать. В принципе, еда, она начала потихонечку появляться. Я не знаю, почему они перестали ее собирать, выращивать. У меня три фермы, у меня хватает, в принципе, воды. Сколько у меня воды? Нет, у меня, кстати, воды не хватает, поэтому ферма ничего не выращивает. Но откуда ее взять? Она типа вот здесь. Это морская вода. Мне нужен опреснитель. Испаритель. Чтобы использовать эту воду, мне нужен испаритель. Я понял. Короче, ладно, давайте так. Все равно все не вымрут. 50 человек у меня осталось. Это... Блин, смотрите, прямо. Снижение численности. Так, отряд разведчиков, древесина. Отлично, отлично, отлично. Блин, у меня уже человек 10 вот так вот накрылось медным тазом. Отправляем разведчиков сюда. Мне нужно восстановить... производство еды. Восстановить. С ферм начали опять умирать люди. Это не очень прям хорошо. Тут умер, тут... Собиратели... Минуточку, вы хотите сказать, что собиратели ягод поумирали? Дом травника одного человека надо оставить. Исследование. Так, пост рабочих. На кухнях по одному человеку. Лекаря. Отставим одного. Кухня онбу. Вообще пока не нужен. Так, вы вернулись, принесли. Еще один умирает от голода. 46 человек осталось. Давай сюда. Короче, грубо говоря, кризис-то он, конечно, кризис, но давайте сохраняться. Сохраним на новый файл. Вот, разбираться тогда уже будем с этим в следующей серии. Пока что спасибо, что были с нами. Всем удачи, добра, бобра. Всем ладушек, всем покеда.